вибрационный насос с верхним забором воды. В этом видео мы распакуем колодезный насос «Вихрь ВН-25В». Он предназначен для подачи чистой воды из скважин диаметром от 85 мм и более. Также он может использоваться для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов. Насос изготовлен в компактном корпусе цилиндрической формы и весит около 6 кг. В верхней части предусмотрено крепление для троса, при помощи которого насос можно погружать и поднимать с глубины. Также в верхней части расположен штуцер диаметром 3/4 для соединения с напорным трубопроводом или шлангом. Забор воды верхний – это важно, если необходимо перекачивать чистую питьевую воду, чтобы насос не поднимал со дна песок и ил. Заметим, что данная модель может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Насос «Вихрь ВН-25В» оснащен двигателем мощностью 280 Вт, что обеспечивает поднятие воды на высоту до 72 метров. Максимальная производительность составляет 18 литров в минуту. Максимальная глубина погружения – 3 метра. Нормальная эксплуатация устройства допускается с водой, температура которой находится в диапазоне от плюс 1 до плюс 35 градусов по Цельсию. Также отметим, что корпус устройства защищен по стандарту IPX8, так что насос надежно защищен от воздействия воды на конструктивные элементы.